Сергей, доброго дня. Традиционный вопрос, который задаем всем. Как настроение? Настроение хорошее, выставка интересная. Достаточно много представлено различных компаний и регионов, в том числе город нашей России. Это здорово. И это действительно приятно, что есть такие площадки, где люди встречаются, общаются и создают новые бизнес-пространства. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю две компании. Я генеральный директор компании Stiple Chess Development и еще одной компании Aurora Development города Санкт-Петербурга. Что нужно знать предпринимателям о вашей компании? Как и в каком случае вы можете посотрудничать и быть полезны друг для друга? Мы занимаемся в городе Санкт-Петербурге коммерческой недвижимостью. Мы подбираем готовые производства, складские комплексы или земельные участки, где можно было бы построить торговые центры. Не готовые торговые центры, а именно построить торговые центры в новых развивающихся районах, где количество жителей с каждым годом увеличивается, потому что жилье растет там 4-5 миллионов нововводимых жилых квартир. И там, естественно, будут требоваться торговые центры различные. И у нас есть такие предложения, где мы могли бы помочь нашим торговым компаниям, естественно, производителям, где бы они могли бы потом представлять свои товары. То есть ваша основная целевая аудитория – это огромные сети, которые ищут просто новый горизонт для расширения? Конечно. И мы готовы им помогать, потому что не всегда можно найти нужный земельный участок, где можно было бы поставить свою сеть. Что нужно знать для того, чтобы не допустить ошибок и не встать торговым сетям там, где бизнес не будет эффективным? Ну, это понятно, по-моему, для всех. Скажем, это должно быть большое количество проживающего народа. Это спальный район, где бы к ним приходили постоянно люди, могли купить все необходимые продукты первой необходимости. И они бы, скажем, были в той ценовой диапазоне, который позволяет им это делать. Вот. То есть вы готовы делиться своей экспертизой для того, чтобы консультировать своих клиентов и строить торговые площади там, где бизнес и спрос будет востребован? Конечно, обязательно. А без этого никак нельзя. Иначе бизнес не пойдет, если он не получает какую-то объективную, в том числе и просчитанную экономическую информацию. Ему невыгодно строить. А выгодно строить именно там, где идет достаточно хорошая оперативная отдача от вложенных денег. Ну, я тут с вами соглашусь. Что пожелаем всем участникам Питерфуд 2019? Хорошего бизнеса и достижения новых успехов в той работе, которую они делают на благо всех людей, потому что здесь очень много интересных продуктов питания представлено и направлений просто изумительные. Просто. Ну а вам хотим пожелать хороших новых контрактов, успешных переговоров и, как говорится, горячих встреч. Благодарю вас большое, спасибо. Спасибо.